Девчонки, всем привет! Начинаю снимать новый влог и хочу начать его с расхламления. В общем-то, я решила продать вот такой фотоаппарат Canon, не знаю, как читается это правильно, IQOS или как-то так. В общем, 130, камера здесь 14,1 мегапикселя. Вот, вообще мы покупали его подержанным, точнее муж покупал, он не новый. Вот, давным-давно еще покупал, что-то как-то на него ничего не снимала. Здесь хорошее качество, 1080 HD, так это у ребенка с робота штука, вот. Ну и здесь всякая комплектация. В общем, очень, конечно, на самом деле старая такая вещь, но решила продать, потому что не пользуюсь. Вчера батарею зарядила. Вот это вот само устройство для зарядки, вот батарея. Муж пойдет на почту отправлять. Заказали у меня его этот товар с авиадоставкой. В общем, в Москву. Первый раз буду отправлять именно так. Ни разу не отправляла. Обычно только с моего города покупали. Ну, вот такой вот чехол. Это еще от прежнего хозяина. Тоже я им не пользовалась. Ну как, только для хранения фотоаппарата. Так, и, собственно говоря, вот она сама, как не камера, а фотоаппарат. Вот, как бы вот все, он в отличном состоянии. Вот. Там термос отображается, в общем-то, как-то так. Не знаю, конечно, сколько он стоил новый, но вот я выставляла его за 2500. Как бы за 1000 мало, за 2, думаю, как-то тоже. Как бы, ну, вещи, я думаю, не дешевая, поэтому вот за 2500 выставила. Надеюсь, что покупатель купит. У меня живот урчит, пора уже завтракать. Вот. Так что как-то так. Надеюсь, что продам. Девчонки, хочу вам показать покупки с сайта Валберес. В общем-то, мы купили сыночку. Вот такой вот новый синий трактор. Сейчас я его включать не буду, потому что уже поздно. Первый час ночи, естественно, уже не буду шуметь. В общем, такой вот, в принципе, как у нас и был. Точно такая же коробка, только он стоил чуть дороже и ехал ко мне вообще с Казахстана. Вот, 2 недели он ехал. Не знаю, может быть, в России его нет. Вот музыкальный трактор, бип-бип, это я еду. В общем, здесь, как и в нашем прошлом, 15 песен, звуков, учим названия домашних животных, световые эффекты. Вот, классный такой. И давайте покажу, что случилось с нашим прошлым синим трактором. А случилось вот что. Это все, что от него осталось, и сыночек помнит, каким он был. Он с большим удовольствием до сих пор его вот это вот таскает везде. У нас сначала глазки отлетели, потом что-то как-то он его частенько кидал, колесики отлетали. Ну и вот, пожалуйста, мы купили его в конце августа, и вот что с него, что с ним точнее стало. Так что вот на замену взяли такой вот новенький. Надеюсь, дольше проживет. Еще, кстати говоря, я не помню, показывала я вам в роликах или нет, я заказывала сыночку развивающие карточки. Запуск речи, чистоговорки, 32 чистоговорки, 32 игры, 32 задания для развития речи. В общем-то, мы занимались пару раз. Вот эту вот он вообще карточку обожает. Она у нас самая первая лежит, пчела. Здесь вот всякие там стишочки, в общем, как-то так. Вот, ну... Занимаемся, иногда нравится ему, иногда начинает все разбрасывать. Ну, очень классное здесь вот, если вам интересно, можете поставить на паузу, прочитать. То есть вот красный цвет изучается от 6 месяцев до полугода, фиолетовый от 2,5 года, 4 года. Там сложные L, R, шипящие звуки. Оранжевый цвет, ну, в общем, как-то так. Неплохие, в принципе, карточки, занимаемся иногда для профилактики. Вот, так что как-то так. Так, ну и что же еще? Как многие знают на моем канале, я обожаю читать книги. И хочу эту же любовь привить своему ребенку, чтобы он тоже любил читать. Потому что читать это очень полезно.
память улучшается как-то, да, мышление работает более, как сказать, не то чтобы правильно, но, в общем, у мозга, короче, больше возможностей. Ты учишься как-то, не знаю, там вот воспроизводить какие-то картинки, что ты читаешь, как бы, да, вот, в общем, я немножко, наверное, не то говорю, но, в общем, суть в чем? Воображение работает, как бы это тоже для детей полезно, да, не только для детей, для взрослых. Вот, и, в общем, читать полезно. Поэтому я хочу, чтобы у меня ребенок тоже развивался, любил читать. Вот, и, конечно же, приобрела первую книжку. Это «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В общем, будем с ним читать. Здесь такой вот твердый переплет, обложка, иллюстрации. Конечно, иллюстрации здесь маловато. Ну вот, пыталась, конечно, с ним пока что начинать это все. Пока что начинать с ним читать, но пока что он как-то это не очень все это ему нравится. Вот видите, такие вот, как показываю, непонятно. Ну, в общем, вот он, самый Карлсон. Вот, мне очень нравилась эта история в детстве, и хочу вот сыночка тоже с ней познакомить. Далее взяла я, конечно же, еще одну мою любимую здесь из детства. Это Корней Чуковский «Айболит». Мы с ним уже ее рассматривали. Здесь очень много картинок. Вот, всякие там бегемотики, все плачут, всех нужно вылечить. Вот, так что ему нравится, он рассматривал. И последняя книжечка, которую я приобрела, она вот такая вот, как гармошка идет. Это, в общем-то, называется она «Репка». Кстати говоря, все эти три книжки я покупала в детском мире. Вот здесь, в общем-то, работает по такому принципу эта книжка. Открываем, здесь вот посадил, где репку, тянут, тянут, не могут вытянуть. Далее там позвала бабка внучку, внучка жучку и, в общем, и так далее. Вот. Так что вот такие вот книжечки для сыночка. Надеюсь, что ему они понравятся и будет их с большим удовольствием со мной читать. Хотела еще поделиться с вами отзывом на вкусняшки. В общем-то, покупала я, по-моему, в декабре вот такую шоколадку Риттер Спорт. Обожаю эту марку. Шоколад белый, корица и хлопья. Насколько он вкусный. Если где-то встретите, обязательно попробуйте. Это для любителей шоколада, для любителей корицы. Прям вот вообще классная. У меня там еще немножечко осталось. Давайте покажу, какая она внутри. Вот, еще, видите, вот такая вот она. Очень вкусная, классная. Так, и вот такую шоколадку мне дарила Кума на Новый год. Это моя любимая, одна из любимых. Миндаль, вафля. Россия, щедрая душа. Тоже очень классная, я ее за один вечер съела. Хотя для меня это, ну, как бы, для меня это необычно, потому что я раньше, да, ела так шоколад, наверное, может быть, там лет 12 назад, еще там в подростковом таком возрасте. Вот, а сейчас что-то как-то там максимум 2-3 дольки в день. Вот. И вот такая вот мне понравилась каша Мистраль. Каша овсяная, цельнозерновая, протеиновая, без сахара. Здесь у нас банан и миндаль. Я получала ее от Мариночки в подарок, в посылочке. Вкусная кашка, спасибо большое. Я добавляла сюда еще свежую голубику и свежий банан. Так прям очень вкусно было есть. Вот, так что вот такие вот вкусняшки. И вновь, девчонки, расхламление. В общем-то, я вам показывала в начале этого влога фотоаппарат цифровой, который я выставила на продажу. Мне написал человек из Москвы. Вот, я отправила ему Авито доставка. Надеюсь, что он приобретет этот фотоаппарат. Вот. И получится такое расхламление. Потому что давно на Авито у меня уже ничего не покупают. Хотя, как бы, и цены, казалось бы, приемлемые. Но как-то выставлять прям совсем за даром тоже не хочется. Потому что многие товары, я знаю, сколько это стоит. И, как бы, ну, 50% скидываю и выставляю за остальные 50%. В общем-то, следующее, что я выставила сегодня на продажу. У нас сегодня, ну, уже наступило 10-е, вчера, получается, было 9-е.
Вот. Это туалетная вода Брокарт. В общем, не буду читать название. В общем, его все сравнивают с ароматом Том Форд, Черри. У меня не было туалетной воды Том Форд. Вот эту я купила, потому что было очень много на нее положительных отзывов от девчонок на Ютубе, вот кого я смотрю. И, в общем, я решила, что нужно тоже приобрести. В итоге не понравился. Я сегодня первый раз воспользовалась на себя. Муж вообще сказал, каким-то одеколоном полилась. В общем, что это за фигня такая вонючая. В общем, я поняла, что аромат не очень, мне самой не понравилось. Какой-то он, ну, какой-то, не знаю, резкий, мужской. В общем, я поняла, что я пользоваться им точно не хочу. Показывала вам уходовые косметички на месяц. Ой, не январь, а февраль. Поняла, что пользоваться не буду. Выставила на Авито за 600 рублей. Вот, так что как-то так. Заказывала я на Валберес. Так, ну давайте покажу вам мой уход ночной, вечерний. Вот, сейчас намазюкаюсь. Еще хочу перекусить, хоть уже и время позднее, но что-то мне захотелось. Покажу вам, что я буду кушать. Вот, и давайте покажу мой вечерний уход. В общем, на тело нанесу вот такой вот крем от Эвелин Косметик. Это фитолиния, оливки плюс протеины шелка. Далее на руки кремушек от Орифлейм, ваниль и корица уже заканчивается. На ножки имбирный пряник разогревающий крем от Этюд Органик. Это их серия Зимушка. И на губы Дольче Милк, мята и шоколад, бальзам для губ. Вот. Так что вот такой вот у меня вечерний уход. Ну, давайте покажу, что я тут решила слопать на ночь глядя. Это, в общем, такой вот десерт. Соленая карамель Гранд. Вот, в общем, пудинг даже называется. Пудинг карамельный со сливочно-карамельным муссом. Гранд десерт, соленая карамель. В общем, да, мне нравится такой с клубничкой, по-моему, и ванилью. Есть еще шоколадный, есть еще какие-то. Вот хочу их все по кругу купить, попробовать. С клубникой не первый раз покупаю. По-моему, шоколадный брала. Этот, по-моему, тоже брала или не брала, уже не помню. Но вот сейчас захомячу. Вот, что-то мне прям так захотелось на ночь глядя. Хотя вроде бы ужинала. Ну, ужинала давно, часов 7 вечера. Даже желудок урчит, надо точно перекусить. Ну и все, и можно идти спать. Девчонки, всем привет! У нас сегодня очередной день влога. И хочу вам показать обед. В общем, не очень полезная еда, но заказывали во вкусная точка. В общем, здесь наггетсы, всякие бургеры. И новинка появилась чикен бургер с перчиком халапеньо. И, а, нет, это премьер, а это обычный чикен хит халапеньо. Ну и здесь такой бокс крылья, какие-то вот куриные эти, как они называются-то, ну не наггетсы, а стрипсы. Наггетсы, картошка и два соуса, сырный и кисло-сладкий. Вот, сейчас будем кушать, запивать колой. И еще муж заезжал в детский мир, собирал запас. Ребенку взял кукурузные палочки, любимые его. Это яблоко и банан. И еще две кукурузные палочки, две упаковки. Яблоко морковь и яблоко клубника. И вот такая вот большая коробка трусиков Хаггис. Это для мальчиков, в общем, уже от 12 до 17 килограмм. Пятерка, 96 штук. Если не ошибаюсь, они стоили 2 400. Девчонки, всем приветик! Я продолжаю снимать свой влог, и сегодня уже 17 февраля. В общем-то, я сейчас только что пришла домой с Пятерочки. Время 5 вечера, и хочу вам показать покупки, что же я приобрела. Сегодня я уже наконец-таки закончу этот влог. Еще будет несколько кадров, и я сегодня иду в кино. Впервые за долгое время я иду в кино на фильм «Непослушная» с Кумой. Вот, так что пойдем. Последний раз я была в кино в сентябре 2022 года, то есть очень давно.
Вот. Так. Касаемо стоимости, Кока-Кола Добрый стоила 86 рублей. Взяла 1 литр, обожаю колу, мы ее часто берем. Для ребенка, как всегда, салфетки детские влажные, красная цена. По-моему, это раньше марка «Солнце и Луна» называлась, но сейчас просто «Красная цена» детские. От 0+, 60 штук, не содержат спирта, хорошие салфетки, часто покупаем. 60 рублей одна упаковка и за 2 120 рублей. Давно не снимала, поэтому немножко я запинаюсь. Дальше. Губки для мытья посуды марка Эконта Макси 5 штук. Вроде бы они и не маленькие, и не сильно большие. Ну, в общем, взяла такие. Мне нравится моющее средство от этой марки. И губки уже вот второй раз покупаю. Нравятся хорошие. Так, сейчас скажу по стоимости. 40 рублей стоила такая упаковочка. Очень даже бюджетная. И даже не нужно идти в фикс прайс. Для сыночка его любимое детское печенье пшеничное «Фрутоняня». Очень его любит, с удовольствием кушает. Есть еще печенье от марки Honey Kid, и вот как-то он не очень его ест, а это прям ему нравится, поэтому пусть ест на здоровье. Так, печенье. Печенье 130 рублей, и здесь у нас 120 грамм. Выбрала бананчики, вот такие они фасованные, здесь 4 штуки, да, 4. Самые желтые взяла из всех, которые были. Там в основном были все зеленые. В общем, бананы, значит. Так, очень длинный чек, и так прям тяжело на самом деле все это искать. Вот, но я все равно найду, покажу. Так, бананы за килограмм 100 рублей. Эти вышли на 67 рублей. Как всегда, хлеб от нашего местного производителя Ванта, пшеничный. Берем половинку, он уже нарезанный, мягкий, свеженький от сегодняшнего числа. Потому что если берем большую, то, как правило, мы, ну, бывает съедаем, бывает не съедаем. Поэтому, ну, смысл брать, чтобы потом испортился. Берем половинку, которую мы точно съедим. А бывает так, что мы даже ее не съедаем. По-разному, в общем, бывает. Здесь 260 грамм, и такая упаковочка вышла на 25 рублей. Ну, стоимость этой упаковки 25 рублей. Далее взяла сыр Тильзитер, Либендорф, вкусный сыр, уже такой вот нарезанный ломтиками для ленивых, как я называю. Ну, знаете, лучше купить такой, и мы точно его съедим, он у нас не пропадет, мы не выбросим, чем мы покупаем вот эти вот большие там кусочки, допустим, да, там тот же самый российский, он проваляется, мы не съедим, выбросим, поэтому, ну, зачем? Сыр этот был по скидке, обычно мы берем за 150 рублей примерно, а этот стоил 110 рублей, и здесь 150 грамм. Далее взяла помидорки Global Village, черри на ветке. Написано, что сладкие, надеюсь, что так и есть. Помидоры стоили 142 рубля. И взяла огурцы от этой же марки. Короткоплодные люкс. Вот знаете, это сейчас вот на данный момент самые вкусные огурцы, которые вот можно купить зимой. Они хрустящие, как вот просто как летом, как будто вот только с грядки. Конечно, они стоят. Сейчас я взяла за 190 рублей. Так они обычно по 209 рублей, что ли. В общем, дороже, конечно, стоят, но цена равна качеству. Новинка. Взяла такую шоколадку. Какая-то голд. Что-то там. В общем, вкус марципан с малиной. Россия щедрая душа. А была еще одна просто с марципаном. Я взяла с малинкой. Так что вот с мужем заточим. Так. Шоколадочка. Что-то я ее не вижу на самом-то деле в чеке. Так, сейчас я найду и к вам вернусь. Я нашла, шоколадка стоила 70 рублей за 80 грамм. Взяла вот такую слойку с корицей, очень люблю. Это марка «Золотой колос» кондитерская, она и торт, ну, торты делает, и
всякую там выпечку, булочки, там такие слоеного теста и не только. Вот пирожные различные. Не знаю, по всей стране она есть, ну, по всей России имеется в виду, либо же только в нашей Ростовской области. Ну вот, беру, здесь 75 грамм, стоит она 30 рублей. Очень вкусная. Также от марки Конта я взяла мешки для мусора. 60, на 60 литров, 20 штук здесь, хорошие, уже не первый раз их берем. Ну, конечно, как и все обычные мешки, они бывают рвутся, бывает не рвутся. Тут уж как наполнишь. 40 рублей стоила вот эта вот упаковочка, рулончик. Вот. Немножко молочки покажу. Взяла вот такой десерт Грант, белый шоколад с клубничным муссом. Очень, кстати, люблю, классный. Там есть разные виды с шоколадом, с ванилью, с соленой карамелью. Вот у меня самый любимый это вот этот, ванильный и с соленой карамелью. Прям обожаю. Шоколадный тоже неплохой, но вот этот мой один из любимых. И взяла Савушкин творог зерненый с малинкой. Вот. Тоже классный. По стоимости, значит, Савушкин стоил 55 рублей, десерт 76 рублей. И даже свою коллегу с работы тоже подсадила на этот десерт. Вот. Она сейчас тоже в декрете, мы, ну, часто общаемся. И вот посоветовала, говорю, попробуй. Вчера она тоже мне писала, что купила реально вкусный. Так что тоже Дашуля, если смотришь, привет, попробуй тоже. Реально очень вкусно. Вот. Настя заценила. Так, дальше. Творожки для ребенка взяла. Раньше он у меня не признавал марку Фрутоняня, вот именно в плане творожков. И Тему не признавал. Сейчас как-то более-менее кушает. Я взяла ему Тему 2, яблоко, персик, банан. И еще взяла Агушу с грушей, творог детский. Творожками ребенка прям вот пичкаю-пичкаю, он уже кричит там на заднем плане, потому что с мужем они играют. Вот, и клубника-банан, тоже Тема. Потому что надо, как говорится, приучать ребенка к молочке с детства. Он у меня ест творожки, и я этому очень рада. Я, допустим, йогурты люблю не очень. Вот такие вот всякие десерты, там, либо просто творог, но только магазинный я могу поесть. Домашний я не могу, потому что он мне как-то неприятно пахнет коровой. Как его там только не обрабатывают, все равно мне неприятно пахнет. Вот, а как бы ребенка приучила, ест творожки с удовольствием, муж пьет молоко, ребенок не знаю, будет молоко пить или нет, потому что у меня непереносимость лактозы, я молоко пить не могу. Так, ну и давайте скажу по стоимости за творожки. Значит, Тема с клубникой, бананом 37 рублей, яблоко, персик, банан. Один стоил 37 рублей, два, соответственно, за... А, на карте он что-то обошелся мне по стоимости карты по 33 рубля. Два, соответственно, за 66. И творожок детский с грушей 27 рублей. Хотя очень даже интересно, почему такая скидка. Обычно он стоит дороже. Тут 20... 2... А, 27 рублей. Вот. Ну, в общем, ладно. Будем есть. Вот. И я сейчас, кстати говоря, не набираю прям, знаете, там вот кучу творожков, там пюрешек, беру по факту. То есть купили, съел, купили еще. Потому что когда вот это вот покупаешь кучу всего, потом это не успеваешь все съедать. Ну, я ребенок. Вот. Поэтому вот 4 творожка взяла, съел. И потом можно брать еще. И всегда беру срок годности с запасом. Ну, то есть, чтобы там как бы, как говорится, мог еще постоять. Вот я взяла 2 до 6 числа и 2 до 4 числа, марта. Вот, и взяла немножечко пюрешек. Первое, это фрутоняня, цветная капуста. Хоть мы уже едим супы и все такое, ну, периодически я по привычке покупаю, он кушает, ему нравится. Мне кажется, я перестану покупать тогда, когда он уже будет от этого всего отказываться. То есть, ну, не захочет это есть, и тогда я скажу, ну, ладно, больше, значит, не возьмем. Так, и давайте я покажу вам стоимость. Покажу, скажу точнее. 47 рублей стоила пюре цветная капуста. Еще я взяла говядина язык.
все пюре от марки Фрутоняня, и только одно у меня будет от марки Хайнц. Баночку так подвинула, звук такой. Цыпленок мясная. Хоть мы уже едим суп с курицей, но все равно телятина. Так, как-то моя мама готовила Данилу тефтели с говядиной, ему, а не с телятиной, ему прям понравились. Говядина, овощи, пюрешечка. И еще одну я взяла Хайнц овощи с форелькой, хотя что-то прям вообще нет никаких марок, только одна вот такая вот стояла, овощи с форелькой, все, рыбных пюре больше никаких нет. Так, ну и по стоимости, значит, телятина 100 рублей, овощи с форелькой 87, говядина с овощами 55, говядина язык 89, и вроде бы все, да? Ну да, все я назвала. А, цыпленка не назвала. Цыпленок 88,50. Вот, так что да, девчонки, чек за все вот эти вот покупочки составил 1784 рубля, плюс еще два пакета. Сейчас, кстати, я вообще обалдела. Раньше пакеты стоили там 5 рублей, 6, уже 8, 2 за 16 рублей. Ну, это вообще невыгодно на самом-то деле. Надо приучать себя ходить в пятерочку со своим пакетом, потому что, ну, вообще, это очень дорого, я считаю. Хотя мы потом эти пакеты используем там под мусор, либо там еще под что-то, но все равно это не бюджетно. Так что вот такие вот покупочки. Вечерком еще вам что-нибудь поснимаю. Может, поснимаю в торговом центре что-то, если вдруг захочется. Вот. Ну и, наверное, уже сегодня, 17 февраля, если ничего не помешает, я выгружу влог. Сейчас просто я там подрабатывала, документы брала, работала дома за ноутбуком. В общем, занятая была. Вот. И даже книги не читала, сериалы не смотрела. Завтра уже я заканчиваю эту работу, буду отдавать и наконец-таки приступлю к чтению. И покажу вам, наверное, чуть позже, какую я книгу читаю. Вот. Девчонки, вчера я, в общем-то, вернулась домой с кинотеатра и уже просто не было сил снимать, поэтому сегодня я все-таки закончу сейчас влог. У нас, кстати, сегодня, 18 февраля, за окном просто весь день шел снег, весь день. И я думала, что завтра мы с мужем, сыночком пойдем погуляем по такой вот снежной, красивой погоде, но нет. Сейчас на улице идет дождь, плюсовая, и все тает. Просто так обидно. Весь день шел такой вот просто, такими большими хлопьями шел снег, и по итогу вот все. Ну ладно. В общем, книга. Закончила я сегодня как раз-таки утром. В общем, работу подрабатывала. И вот, наконец-таки, появилось у меня снова мое время. И могу продолжать дальше читать книги. Сейчас я читаю на данный момент «Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть». Автор Телекол, наверное, так как-то. И сейчас я на 189-й странице. Вот, очень классная книга, мне она нравится. Я вообще ее изначально купила, положила в запас и не читала. Потом моя кума приобрела эту книгу, прочитала и сказала, что она очень классная. И я такая думаю, надо, конечно же, читать. И реально книга очень классная. Не буду, конечно, тут всякие спойлеры говорить, но вот за душу просто берет, насколько потрясающее просто произведение даже могу назвать. И, кстати говоря, вы представляете, у меня, оказывается, аллергия на холод, на мороз. В общем, не знаю, на что из этих двух. Но, в общем-то, смотрите, что у меня с руками. Ну, это, конечно, да, страшно выглядит.
Ужасно все. Вот просто видите, какая беда. Если руки помыть, будет еще хуже. Они мне просто будут как гусиные лапки какие-то, я не знаю, краснющие. И я заметила, что у меня это происходит только лишь тогда, когда мне стоит выйти на улицу. Причем я на улице бываю, ну, крайне редко, только если гуляю с ребенком, либо там по каким-то своим делам. Все, то есть как бы... Вчера я буквально сходила в магазин в Пятерочку вечером и потом поехала в кинотеатр. Ездила я туда-обратно на такси, на улице было мало, но вот по итогу видите, что с руками. Ну это ужас. Вот, поэтому да, как-то так, кремушки уже даже не спасают. Мне кума советовала один купить себе крем в аптеке. По-моему, спасатель, что ли, называется. Вот, надо купить. Все никак не куплю, потому что тогда у меня все прошло. Я думаю, а, все классно. В итоге опять вышла на мороз, и рукам опять плохо. Как всегда, я отклоняюсь от темы. В общем, хорошая книжка, рекомендую к прочтению. Даже еще до конца не дочитала, но уже могу сказать, что она нереально классная. И я довольна. Прям вот читается на одном дыхании. А еще я хотела вам показать вкусняшки. Раньше, конечно, новинки вкусняшек на моем канале мелькали чаще. Сейчас, конечно, реже, но сейчас-то и новинок особо никаких таких нету. И даже если бывают, то это что-то перевыпущенное просто в новой упаковке. В общем, хочу поделиться новинками. Что-то порекомендовать. В общем, Лейс рифленые острые крылышки. Реально очень острые чипсы. У меня муж обожает острое, я тоже острое обожаю. И мы даже, знаете, сравнили, что по вкусу напоминают они крылья KFC. Ну, то есть из KFC эти вот крылышки прям один в один, очень острые. И вот муж мне всегда говорит: ой, это не очень острое, это не очень острое. А эти он сказал прям реально острые, поэтому заценил. Здесь, конечно, еще осталось, ну, доедим как-нибудь под фильмец. И увидела недавно новинку. Шоколад молочный, Риттер Спорт. Обожаю эту марку просто. Это малиновый десерт с розой. Вот, так что роза, малинка, думаю, это должно быть очень вкусно. Единственное, что меня удивило, обычно компания... Рафаэлло выпускает разные новинки. В этом году что-то еще ничего нету. Ну, были, да, по-моему, с маракуйей показывала вам в декабре, но вот за последнее время больше ничего новенького не встречала. Так что да, как-то так. Ну и давайте еще вам покажу мой вечерний уход. В общем-то, что я сейчас буду использовать. На лицо нанесла уже крем, уже не стала его сюда нести. Вот, покажу, что использую. Сейчас буду, точнее, использовать крем Эвелин Косметик, фитолиния. Это оливки плюс протеины шелка. Показывала вообще все эти продукты уходовой косметички на месяц февраль. Ну, если вы не смотрели, то можете посмотреть. Вот, очень классный крем, мне он нравится, аромат такой свеженький, приятный. Его я сейчас использую как крем для ног и как крем для тела. Вот, для ног у меня кремушек закончился, поэтому этот пошел как универсальный. Далее, для рук уже практически, вот, видите, там что-то еще воздух. И вот, ну, совсем немножечко осталось, это у меня Oriflame, ваниль и корица. Крем для рук, вот уже нужно закончить. И ему на замену вот такой от марки Funny Organic Зимушка. Крем для рук, шарлотка с корицей смягчающий. И на губки бальзам Dolce Milk, мята и шоколад. Очень приятно охлаждает, но и увлажняет также, питает. Но единственный минус то, что если ну, случайно облизнуть губы, то вот этот вот горьковатый такой привкус неприятный. Вот, а так, в принципе, классный бальзам, он такой прям маслянистый, мне он очень даже нравится. Итак, девчонки, вот такой вот у меня влог получился, надеюсь, что интересный, содержательный. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на мои каналы, YouTube, Telegram канал, Яндекс.Цен. Я, как и всегда, оставляю все ссылочки в описании под роликом.
Еще раз благодарю вас всех за просмотр, за ваши лайки, комментарии, подписку. Вас уже на самом-то деле так много. Это очень приятно. И, как и всегда, я желаю всем хорошего настроения, отличного дня. Спасибо, что вы посмотрели это видео, особенно если посмотрели его до конца. И всем пока-пока.